сентябрю 2017-го в Казахстане завершат строительство помещения для Международного банка низкообогащенного урана. Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ, выступая на ежегодном заседании Совета управляющих организации. По его словам, реализация масштабного проекта идет полным ходом. В нашей стране уже принят закон об использовании атомной энергии на стадии завершения обновления нормативно-правовой базы. По данным МАГАТЭ, сегодня в мире насчитывается 442 действующих атомных реактора. Еще 66 строят. В организации намерены уделить особое внимание ядерной безопасности на этих объектах. В год 30-летия со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС и 5-летия со дня аварии на японской Фукусиме этот вопрос становится наиболее актуальным. Обзор ядерной безопасности в мире показывает, что мы наблюдаем определенный прогресс в этой сфере. Однако это не может быть основанием для самоуспокоения. Нас по-прежнему очень беспокоит ядерная программа КНДР. Любые испытания, которые проводит Северная Корея, представляют собой явное нарушение резолюции Совбеза ООН. МАГАТЭ по-прежнему готова содействовать мирному разрешению ядерного вопроса в КНДР.